Кажется, сбылась мечта соотечественников, грезивших об универсальном и недорогом автомобиле на все случаи жизни. Для многих Renault Duster станет первым кроссовером. Но так ли хорош этот французский паркетник на самом деле? Действительно ли он доступный и вездепроходимый, как обещают в рекламе? Renault Duster – это феномен исключительного доверия покупателей к автопроизводителю. Удивительное дело, россияне встают в очередь за машиной, на которой они толком-то не ездили, а порой даже и не видели вживую. Скажем наперед, в целом новинка производит хорошее впечатление, потому что основные характеристики вроде вместимости, оснащения, динамики и проходимости в нем соответствуют требованиям большинства покупателей. Но человек, привыкший ездить на машинах ценой от 500 до 700 тысяч рублей, найдет немало недочетов в Дастере. Логановские гены здесь чувствуются повсюду. Вот с таким гулким звуком закрывается легкая пустотелая дверь. В салоне все сделано нарочито грубо. Кожаная обивка кресел такая же прочная и жесткая, как кирза на армейских сапогах. Эргономика водительского места сохранила логановские болячки. Боковые зеркала крохотные, рулевая колонка регулируется на коротком плече, а поясничного подпора здесь нет. Регулировка сидений по высоте – это отдельная песня. Чтобы приподнять подушку кресла, вам нужно либо выйти из машины, либо сделать это следующим образом. Подпрыгнуть на сиденье. А как вам клаксон, расположенный с торца под рулевого рычажка? Или джойстик регулировки зеркал? Аккурат под стояночным тормозом. Создатели экономили буквально на всем. Ночью кнопки электростеклоподъемников не подсвечиваются. Не предусмотрено освещение и для задних пассажиров. Ладно, будем колхозить. Подвесим сюда вот такой китайский фонарик. Зато сидеть сзади удобно и места хватает. Конечно, хотелось бы иметь подлокотник, но это уже невиданная роскошь. Хорошо, хоть подстаканник имеется. А вот тканевые коврики – сомнительный аксессуар для такой машины. Равно как и выступающие пороги, которые обязательно испачкают ваши штанины, когда вы заходите или выходите из автомобиля. А залезая в багажник, вы также рискуете испачкать руки. Ведь чтобы открыть дверцу, сначала нужно силой нажать на кнопку, а затем уже потянуть за ручку. 400-литровый грузовой отсек оказался удобным. Ровный пол, углубление по бокам, полноценная запаска. А если сложить заднее сиденье, то его объем увеличится почти в 4 раза. Но неужели так сложно было поставить полноценную складную шторку вместо вот этой вот клеенки? Финальный аккорд – это заливная горловина бензобака, которая открывается только ключом. И также узкая горловина бачка стеклоомывающей жидкости, которая по традиции бюджетных Renault располагается в неудобном месте. Но еще раз вспомните о цене. Наша машина стоит 687 тысяч рублей. Много ли вы найдете полноприводных автомобилей с мощным 136-сильным мотором и приличным оснащением? Едет машина действительно неплохо. Тандем шестиступенчатой коробки и двухлитрового движка бодро разгоняет кроссовер. Дастер позволяет даже пошустрить. На низших ступенях кроссовер живо ускоряется. Но при активной езде придется часто орудовать вот этим рычагом, поскольку низшие передачи получились чересчур короткими. Если вы не любите часто переключаться, то раньше переходите на высшие передачи. 136-сильный мотор запросто вытянет их с самых низов. С таким силовым агрегатом комфортно ездить по трассе. Автомобиль уверенно набирает ход с магистральных скоростей, а значит и обгоны не станут серьезной проблемой. На ходу машина кажется тише соплатформенного Логана или Сандера. Удивительно, но факт. С курсовой устойчивостью и управляемостью у Дастера все хорошо даже на неровном асфальте. Кроссовер не гуляет по дороге. В поворотах крены невелики, машина стабильно движется по дуге и даже в предельных режимах очень послушна и понятна. Но тугая и малоинформативная баранка не способствует быстрой езде по извилистой дороге. На разбитом асфальте, проселке или ровном поле Дастер просто великолепен. Подвески по барабану, что там под колесами, ухабы, рытвина или колея.
вкупе с высокопрофильными шинами кроссовер не просто не боится колдобин, он еще и преодолевает их достаточно мягко. Наверняка многие из владельцев дастеров захотят опробовать машину на настоящем оффроуде. По своим характеристикам, в первую очередь по геометрической проходимости, дастер превосходит большинство своих одноклассников. Однако до лавров той же Chevy Niva ему далеко. Бамперы у дастера не такие поджарые, как у Шнивы, а за этой сеткой прячется низкорасположенный радиатор. В глубокой колее свисающая выхлопная система первой примет удар на себя, а задняя многорычажная подвеска – это вам не крепкий мост у Нивы. И главное, подвеска у Дастера, в отличие от Шнивы, более зажатая. Значит, француз раньше сядет на брюхо или вывесит колесо. Сама колея у француза почти на 10 см шире, чем у Chevy Niva, а колесная база длиннее на 22,5 см, что также не улучшает проходимость. Француз неплохо справляется с рельефным бездорожьем, вроде буйраков, косогоров и крутых подъемов. Но куда более серьезные препятствия для него – это вязкий грунт или глубокий весенний снег. Здесь вся надежда на короткую тяговитую первую передачу, а также принудительную блокировку муфты, которая позволит накатывать колею. Но если машина погрузилась в грязь по самые ступицы, это тревожный сигнал для водителя. Еще чуть-чуть, и Дастер застрянет. Но оказавшись в половодье где-нибудь в полях или на бездорожье, грязевые ванны придется принимать не только машине, но и водителю. Но, черт возьми, Дастер провоцирует на подобные приключения. Хороший получился кроссовер, но миф о его доступности тает как снег весной. В Москве очередь на эту модель растянулась на целый год, а в некоторых регионах уже и на полтора года. Нечистые на руку дилеры создают искусственный дефицит и занимаются откровенной спекуляцией. Хотите заполучить свой Дастер зимой? Тогда вам придется заплатить от 50 до 70 тысяч рублей за различные доп. Оборудования. Но если же вы хотите заполучить свою машину осенью, тогда вам придется раскошелиться на 100 тысяч рублей за различные побрякушки. Но это еще не предел. Если же вам совсем ждать не втерпешь, и вы хотите уехать на собственной машине летом, тогда вас разведут на 150 тысяч рублей. Просто цирк. Прибавьте к этому доставку к дилеру, а это еще от 6 до 20 тысяч рублей в зависимости от региона, и предоплату в размере 100 тысяч деревянных. И не факт, что простаивая в годовой очереди, вам не придется еще раз доплатить. С учетом темпов инфляции на автомобильном рынке в следующем году цены наверняка поползут вверх. Так что Дастер хоть и замечательный, но пока еще трудодоступный автомобиль. И купить его за рекламные 449 тысяч рублей пока не предоставляется возможным.